Сколько ты для себя возьмешь? Хотя бы что ты там, какую-то свою параллель видишь? То, что для себя вот, приемлемо. Ты возьмешь один. Ну, они же тоже потом. Не сделал там. Нет, не вещи. Глазами, глазами ты не видишь. Глазами ты не видишь. Ну, ты можешь писать. У муравья другой мир. Он там маленький выплыл, он там, у меня стоит муравей, там прикалывается, там, зажигает. Ему и люди нафиг не нужны, у него свой мир. Он для него ты инопланетянин. Там какой-то там большой человек, там он хуй. Достал конец света. Вот, вот. Нет конца света. Есть ночь, есть день. Да ну нафиг вас. А дальше пародия на передачу это. Как его? В мире животных. Короче, голосом этого Дроздова. Многие знают, а многие наблюдали в лесу лесных муравьев. Но немногие, говорит, знают, что если, говорит, в преддверии дождя он наклонится к муравейнику и прислушаться, то можно, говорит, услышать, как они, говорит, закрывают свои, увидеть, как они закрывают свои ножки и при этом тихо матерятся. Если ты сможешь, что за твоим понять? А кому же понять? Если ты не писала, ты не перебиваешь. Раночь, пора. Политики. Раночь. Это видеозапись тоже. Все, право сразу отдыхает. Право придет сразу. Помашите в камеру ручкой. Поможи маме ручкой. Виталь, теперь ты. Давай, маши. Теперь вы по очереди машите. Хоть чем. Напряг, идем вправо. Да, ровно. Да, прави, прави, прави. Гребем его в борта, а? Право отдыхать. Вот когда кап легкий, ему проще управлять. Масса такая тяжелая. Ты ускорение там, блядь. Не дальше как ему спасать. Дай право, право, стабанить. Не я, говорит, тяжелый, я медленно разгоняюсь, а, наверное, хранит путь у меня. Как ты ебан, ебану надо сейчас. Меня там видно? Сейчас. Повернись. Видно? Да. Нормально видно? Нормально. Только я выгляжу ненормально, да? Нормально. Я ненормально. У меня нос горит. Губы горят. Сушняк изнутри. Обезвоженный. Обезвоженный. Обезвоженный.